Кургане состоялось расширенное заседание Совета по патриотическому воспитанию граждан и Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории региона. В мероприятии принял участие полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов. Мы к каждому празднику, каждый год готовимся, но для себя цель поставлена – юбилей Победы 75 лет. И вот в плане этого идет работа областного правительства, общественных организаций, администраций районов. Сегодня заседание очередного комитета. Обсудим, что планируется, что нового внесем в праздники. Тем более наш праздник в Кургане, в Курганской области всегда проходит на очень высоком уровне. Заместитель руководителя администрации города Кургана, директор департамента социальной политики Игорь Постовалов сообщил, что праздничные мероприятия начнутся уже 8 мая. 8 мая, собрание проводится. Накануне праздника Дня Победы, у нас планируется традиционно провести церемонию возложения гирлянд, венков и цветов к вечному огню. Вечером также планируется пройти ежегодная городская акция «Это свеча памяти». Также были озвучены подробности самого празднования. Рассматривается следующий вариант проведения торжественного мероприятия на центральной площади города Кургана. Значит, 8.45, 9.15, это район филармонии, Троицкая площадь, у нас построение личного состава. 9.40, центральная площадь, построение личного состава парада на площади и построение колонны «Бессмертный полк». Владимир Усманов заострил внимание на том, что праздник 9 мая – очень важный праздник для всех россиян. Праздник 9 мая для нас носит сакральный характер, то есть святой. И без него невозможно представить ни одну семью. 27 миллионов погибших. Это праздник людей, народа нашего. Михаил Котельников, Вадим Бутаков, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру».